Я сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, я уже рассказывал вам об потомчике и ваши комментарии, которые не свойственны, собственно говоря, теме не канала, ничего такого. Ребят, канал мой. Я снимаю ролики на те, которые считаю нужным. Тем более у нас аудитория делится на несколько категорий. Те, которые изучают собак, само собой, о чем, собственно говоря, мой канал. И те люди, которые уже смотрят мой канал как сериал. То есть, что бы я там ни снимал, собаку, ребенка снимаю, там какие-то иван, чай там, например, делаю. Им тоже это интересно. И вот для того, чтобы всем было удобно, давайте сделаем так. Название ролика будут всегда, если тема будет не о собаках, будут скобочки, в которых будет написано «не про собак». И те, кто смотрит мой канал, именно ожидая увидеть ролик про собак, чтобы не разочаровывались, в названии я буду указывать «не про собак».